Дорогая, тебе уже лучше? Я рада, золотко мое. Дорогая, не хочешь ли чего-нибудь съесть? Тебе хорошо, золотко? Что случилось, Фериде? Оставьте меня, оставьте. Отойдите от меня, оставьте меня в покое, прошу вас, отойдите. Прочь, отойдите от меня. Оставьте меня, оставьте. Фериде ханым, Фериде ханым, послушайте меня. Послушайте, клянусь, вы неправильно нас поняли. Оставьте меня, оставьте. Оставь ее. Что тут смешного? О, вот вам, ваша красавица. Стоило по ней бредить месяцами. Гюльбешекер, Гюльбешекер. Ну, получили свою красавицу? Не ступить, не молвить. Кукла бесчувственная. Ну что, что вы мне нашли? Сестрица, ты еще не спишь? Сестрица, я так испугалась за тебя. Я догадалась, для чего они тебя пригласили. Давай не будем никуда ходить по вечерам. Если с тобой что-то случится, я жить не буду. После такого позорного случая она не может здесь оставаться. Приказываю уволить ее немедленно. Ваше превосходительство, я расскажу вам все обстоятельства. Не желаю ничего слышать. Могу поклясться, девушка не виновата. У нее благородная, тонкая, нежная душа. Она наивна. Вероломная подружка сказала, будто везет в свою семью. Простите ее, ваше превосходительство. Кто такая эта подружка? Учительница на змее. Если проявлять заботу о нравственности ученицы чести школы, безо всякого сомнения, я уволила бы не бедняжку Фериде, а эту на змее. Поверьте мне, ваше превосходительство, Фериде заманили в ловушку. Если позволите, я уволю обманщицу на змее. Не позволю. Пострадает репутация Хельми Паши и уважаемого Али Рыза Паши. Они покровительствуют на змее. Тебе в эти дела лучше не вникать. Увольняй Фериде. Мне не нужны неприятности. Про нее ходят грязные слухи. Она должна уехать. Ради Аллаха, скажите правду. Меня следует считать дурной женщиной. Нет, дитя мое. Ты самая невинная и самая чистая девушка в мире. Какая жалость, что ты попала в лапы этой гадкой на змее. Как я ни старалась, мне не позволили ее уволить. К сожалению, у нее большие связи.